Мої вітання усім глядачам, в ефірі програма «Позиція», і сьогодні ми маємо унікальну можливість дізнатися про те, яким чином впроваджувалися реформи в Грузії і як цей досвід може бути використаний в Україні. У нашій студії екс-міністр освіти і науки Грузії Хатія Деканоїдзе. Пані Хатія, я вас вітаю. Здравствуйте. Ви ще не володієте свободно українським язиком, поэтому я надіюсь, наші зрителі поймуть наш переход на русский. Наскільки мені відомо, в Грузії язикової проблеми не було. Як ви думаєте, чому ця проблема актуальна в Україні і як від неї избавиться? Спасибо большое. Да, я пока не владею совершенно украинским языком, но я обещаю, что скоро обязательно выучу, потому что Украина как мне для вторая как бы матюшка страна для меня. Так что я очень сильно люблю Украину, Киев очень сильно люблю и людей, которые работают со мной и вообще всех, потому что я думаю, что если мы вместе решим проблемы Украины, то конечно, наш путь Европу с Грузией тоже это все пойдет гладко. А что касается языковой проблемы, я думаю, что, вы знаете, нет, у нас такого не было в Грузии. Грузинский язык до сих пор и, конечно, всегда был государственным языком. Я думаю, что это проблема, в общем, нашего общего прошлого, это Советский Союз. Но надеюсь, что постепенно все эта проблема тоже решится, потому что новое поколение, вот, например, у нас новое поколение, они молодые, они больше владеют английским языком, все разговаривают по-английски, чем вот на русском. А вот мой сын, например, ему 16 лет, и он, ну, так очень плохо владеет русским языком. Есть до сих пор у нас в школах русские сектора, но, вы знаете, постепенно уменьшается как бы количество людей, которые хотят, чтобы их дети получили русское образование. Почему? У нас контактов вообще нет у России. Более того, 2008 года, когда Россия аннексировала большую часть, и была агрессия, российская агрессия, вы знаете, что мы тоже прошли через те очень тяжелые дни, которые вы сейчас проходите, так что, вы знаете, у молодого поколения вообще нету никакого там инстинктива, чтобы они поехали и учились в Руси. Такое образовательное отношение у нас нету. И это очень натурально, естественно, потому что мы до сих пор являемся и до сих пор воюем с Россией. 20% грузинской земли оккупировано, и я точно понимаю, и мне очень больно, когда я вижу, что происходит у вас на востоке. К сожалению, в этом вопросе у нас тоже схожая судьба и у Грузии, и у Украины. В свое время вы возглавляли администрацию государственной безопасности Грузии. Вот если говорить об информационной безопасности, сегодня Украина проигрывает в информационной войне. Как вы думаете, стоит ли идти на такие меры, как запрет российского информационного продукта, запрет российских телесериалов и телеканалов? Этот вопрос сегодня очень актуален в Украине. Я думаю, стоит. Я думаю, стоит. Вы знаете, вы сейчас мне, наверное, скажете, что где права выбора, например, если человек хочет там выбирать российские каналы и смотреть там сериалы и так далее. Вы знаете, для меня лично это был вопросом чести просто. Когда 20% в моей стране оккупировано, когда 2008 года в августе, вот когда я видела, что 15 километров от Тбилиси стояли российские танки, и просто на них было написано «На Тбилиси», представляете? Вот для меня это вопрос чести, и я думаю, что для большинства грузин. Так что запретить ли российские каналы, я думаю, что это было бы правильное решение от государства. Просто это мое личное, субъективное мнение сейчас. Свой путь в большой политике вы начали в 24 года. Да. Я уже представлял вас как экс-министра образования и науки Грузии. Вы также возглавляли администрацию госбезопасности Грузии и руководили полицейской академией Министерства внутренних дел. Да. В украинских реалиях это кажется практически невозможным. Вот как это стало возможным в Грузии, что Почему? Молодые политики, молодые реформаторы все-таки смогли возглавить высокие посты? Я думаю, что ничего невозможного вообще не бывает, потому что я вот вижу депутатов украинских, и они очень много молодых людей сидят и думают, как помочь стране и как решить проблемы, которые сейчас есть в Украине. Так что ничего
Эстонии, возможно, его нету. А, да, мы были очень молодыми, но я была где-то, мне было 24 года, когда я от американского проекта перешла вот в Министерство безопасности. И вы знаете, это было очень интересно. Конечно, это было интригующе, но было очень интересно, потому что чему я научилась всему, просто мне дали шанс, чтобы все это мое знание, чтобы я помогла стране. И я очень горда сейчас, очень сильно горда, что я где-то там вот заложила один маленький кирпич в строительство государства. А что касается, везде есть хорошие люди, а особенно молодые сейчас. Вот вы знаете, что я основала нашу школу политическую, и когда я вижу моих студентов, которые там горят и знают, как просто думать об стране, как это сделать, и как быть хорошим и помогать стране, это замечательно. В действительности молодых и амбициозных людей в Украине хватает, но наша сложившаяся система, скорее всего, в Грузии она была такая же, вот эта постсоветская система, она очень сильно сопротивляется, особенно вот молодым реформаторам, их называют еще недообразованными, недостаточно опыта. Вот как удалось Грузии сломать эту старую систему, и удалось ли ее на сегодня полностью сломать? Вы знаете, нас тоже критиковали, что, конечно, у нас была оппозиция, и нас критиковали и говорили, что вот они ничего не знают, они такие молодые, у них опыта нету, они вообще погубят страну. А вы посмотрите, вот та энергия, которая у нас была у моих коллег, друзей, и та энергия, которая была у нашего президента, это все помогло Грузии как бы стать на ноги, во-первых, и стать государством, которое в регионе очень-очень продвигается до сих пор вперед. А так что я думаю, что быть молодым и быть в политике или там работать в государственных аппаратах, ничего такого нет. А более того, молодые ребята, у молодых, вы знаете, такое, у них искра в груди, огонь, и это самое главное. Во многом именно построению молодого политического такого будущего Украины посвящен ваш визит сегодняшний. Это уже не первый визит. Расскажите о вашем проекте, об этой школе, которая будет обучать будущих профессионалов в дипломатии и в политике. Спасибо большое, что дали возможность, такую большую возможность, что вы рассказали нам о школе КАПС. Это политическая и общественная школа. И несколько месяцев тому назад у меня с моими украинскими друзьями возникла такая идея, что можно привлечь хороших лекторов, бывших грузинских реформаторов, профессоров не только Грузии и Украины, но и с Европы, чтобы они научили молодых украинцев, как построить государство. И я и мой друг, близкий друг Георгий Зубко, вот мы обосновали школу, и вы знаете, школа стала очень популярна, потому что у нас сначала было где-то 200 заявлений, и мы просто выбрали 45 самых лучших ребят, у которых уже лекции будут с понедельника. В воскресенье у нас приезжает первый лектор, он бывший замминистра иностранных дел Сергей Капанадзе, который профессор тоже государственного университета, и он будет преподавать неделю международные отношения. И вот так каждую неделю будут приезжать суперлектора, можно их так сказать. А на кого рассчитан этот проект? Кто стал этими 45 участниками? Все абсолютно. У нас студенты высших, у нас студенты, которые сейчас учатся на высших учебных заведениях. У нас студенты, которые просто работают или бизнесом занимаются, или журналисты. Все абсолютно. Всякая категория. Просто, вы знаете, на собеседовании все 200 были очень хорошими. Просто, вы знаете, не было у нас 40-45 мест, у нас две группы будет у нас, понедельник, вторник, четверг, каждый день, так что просто на сегодня у нас была только возможность взять 45 человек.
А насколько рассчитано это обучение во временном промежутке и когда будет возможность новым участникам? Так, это будет где-то, мы начинаем обучение с 9 февраля и заканчиваем где-то 9 апреля. Ну, 2 месяца у нас будет обучение. И новая группа уже, мы соберем новую группу где-то в конце апреля, да. Так что скоро. Что в итоге, кого выпустит ваша школа, какие дипломы они получат и получат ли они благодаря этому возможность реализовать себя в украинской политике? Конечно, в первую очередь они получат дипломы, сертификаты от школы. И если человек хорошо будет учиться, то он получит диплом, что он закончил школу. А если просто там присутствовал на лекции, он получит диплом, что просто присутствовал на лекции и не закончил так школу. А что касается, какое у них будет будущее, вы знаете, они все будут работать у нас, как бы в общественной организации, они будут писать проекты, потому что у нас уже есть несколько групп, например, группа международных отношений, там группа информационной политики, группа, которая будет заниматься экономикой, еще группа, которая будет заниматься правовыми вопросами. А вот завтра я буду презентовать нашу школу в парламенте, в Раде. Какую реакцию ждете от депутата? И вот я хочу сказать депутатам, что вот те люди, которые могут там работать, и вы можете как бы положиться на этих молодых людей, потому что они будут разрабатывать очень такие хорошие концепции, я уверена. А эти лектора, которые будут приезжать в Киев, в Украину, тоже, конечно, помогут им, чтобы они хорошо, чтобы они достаточно хорошо написали эти проекты. А я думаю, что наши проекты будут очень интересными. Еще у нас будут лекции, будут приезжать на субботу или воскресенье, можно так сказать, лектора и спикеры просто, ну там гости-спикеры, потому что у нас уже очень много людей, которые хотят выступить в школу. Как вы отбираете этих людей? Это люди, достигшие определенного результата в своей деятельности? Это люди интересные для студентов. В первую очередь они должны быть интересными для студентов, потому что самое главное, что студенты просто спрашивали о проблемах и обо всем, что их интересует. Это самое главное. Второе, наверное, вы знаете, это люди, которые, да, уже сделали свою карьеру, уже очень многого достигли. И самое главное, чтобы они, студенты наши, научились, как нужно построить новое государство. Почему именно Украина? Вы знаете, во-первых, я сильно-сильно переживаю, что происходит у вас в стране. Я сказала, что когда я вижу вот картину вот от Востока, просто у меня мурашки по коже, потому что мы через это прошли. Во-вторых, если у Украины будет светлое будущее, то у Грузии тоже будет светлое будущее. Наши судьбы очень крепко пересеклись. У нас было общее прошлое, у нас общий враг, это самое главное, общий враг. И у нас, просто я надеюсь, что у нас общее светлое будущее. Это будущее в Европу, это стать полноценным государством, там демократия, развитие, экономика и все такое, что нужно, чтобы быть хорошим там супергосударством в регионе, в цивилизованном мире. А насколько опыт именно Грузии применим на территории Украины? Очень часто мы слышим от экспертов, что все-таки в Грузии другие реалии, другой народ, то есть это не всегда применимо в Украине. Вот как вы считаете, успешная реформа, она везде успешна? Вы знаете, конечно, Грузия это другая страна. Во-первых, маленькая страна, соотношение с Украиной и наша, ну, сколько у нас там живут где-то 4,5 миллиона, а у вас это 46 миллионов. Это большая страна. А конечно, копировать что-то, даже реформу, не бывает такого.
И первое, что в первую очередь, вы знаете, мы должны все, и грузины, и украинцы, все абсолютно должны сделать все, чтобы взять из Грузии, из Европы, из, ну, я то не знаю, все, что можно применить, чтобы сформировать новое, новое государство. А так что, конечно, взять таких грузинских реформ, просто там копировать в Украине, это не выйдет, конечно, не выйдет. Но надо чтобы поработало над этим и общество, и правительство, и не правительство, не сектор, все. Надо, чтобы был большой консенсус, как построить государство. На сегодня в Украине над реализацией реформ уже начали работать экс-граждане Грузии, я имею в виду Экус Гуладзе и Александра Квиташвили. Как вы оцениваете их успех у себя на родине, и вот насколько они могут и смогут применить эти знания, этот опыт у нас? Единственное, что я могу сказать, что они сделали очень много для своей страны, для Грузии, и я уверена, более того, чем уверена, что все у них выйдет. Потому что и Сандро, и Эка, они были очень успешными политиками в Грузии. На сегодня даже есть информация, что один из претендентов на пост главы антикоррупционного бюро Украины, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Как вы оцениваете его шансы возглавить борьбу с коррупцией в Украине? Вы знаете, такой информации у меня нет. Да, там где-то там я прочитала, просто он неоднократно говорил, что он не намерен оставить гражданство Грузии. Просто я дальнейшее развитие не могу предсказать, но давайте... А Грузия использовала такой метод, как привлечение иностранных граждан, бывших политиков для внедрения реформ? Да, было такое, особенно в сфере экономики, да, когда эксперты там с Балтики, с Штатов были, работали у нас, это более успешно, да. И эти реформы все-таки, они прошли успешно? Да, успешно. Можно сказать, что успешно. Так что я думаю и надеюсь, что мои коллеги и мои друзья будут успешны в Украине. После смены власти в нашей стране уже прошло практически год. Недавно был переизбран новый парламент. Как вы оцениваете попытки наших политиков начать реформирование в стране? Недолго ли мы тянем этот процесс? Вы знаете, реформы делать это никогда не поздно, во-первых. Во-вторых, процесс реформирования это как катание на велосипеде. Когда вы знаете, когда вот останавливаешь, и сразу пойдешь. Так что реформы делать надо всегда, нужно делать всегда. И я думаю, что да, ну как субъективно с моей точки зрения, да, немножко поздно, но надо начинать где-то. Сегодня у нас очень многое списывается на войну и давление экономическое, политическое Российской Федерации. Вы были в схожей ситуации. Вот как удавалось не сворачивать с того пути, когда на тебя давит страна-агрессор, которая намного сильнее тебя? Вы знаете, самый большой, хороший знаток грузинских реформ был сам Путин. Потому что он точно знал, что если у Грузии получится, то никогда больше Грузию не поймает. Ну, в общем, не будет, будет трудно давить на Грузию. Сейчас он точно знает, и страна-агрессор точно знает, что если у Украины получится реформировать страну, реформировать все структуры, абсолютно государственные структуры, то будет очень трудно потом давить даже на Востоке. Так что я думаю, что реформы надо, я точно знаю, мы понимаем, что это очень трудно во время войны, у вас большая беда, у нас на Востоке, но я думаю, что надо обязательно... Вы верите, что это возможно делать параллельно? Да, конечно, конечно. Помимо презентации школы, о которой мы поговорили, какие еще обращения, советы к украинским политикам вы будете делать завтра? Во-первых, самое главное, чтобы мы донесли информацию к украинским депутатам, что у нас есть такая школа, и чтобы они знали, что в школе учатся 45 очень хороших светлых голов, и что эти ребята потом могут помочь всем абсолютно, и депутатам, и госструктур, чтобы, вы знаете, когда
сделать и могут и сделают все, я уверена, чтобы помочь своей стране. Так что единственная сейчас вот моя позиция завтра будет хорошо и точно донести информацию до депутатов. Большое спасибо за то, что смогли прийти в нашу студию, и мы желаем вам успеха в этом общем для наших стран деле. Спасибо вам. Глядачам нагадую, що гостею студії була екс-міністр освіти і науки Грузії Хатя Деканоїдзе. Залишайтеся на парламентському і далі.